купила вот такой пион. Вот так вот он упакован. Здесь его название. Вот так выглядит полностью пион, около 25 сантиметров его вся длина. А посажу я 12-литровый горшок. Пока руки чистые, вот так я его посажу. Вот так. Взяла землю с компоста, землю из мешка магазинного, гранулированный навоз посыпала. Вот здесь тоже смешала то же самое. Сейчас еще досыплю, и вся работа. Ну вот и все. Вот почка только одна торчит. Я горочку сделала, чтобы почки не подмерзли. Прошу мужа, чтобы меня в другое место перенес. На улице, конечно. Чтобы только не подмерзла. Не подмерз пион. Уже 5:30 вечера. Становится темнеет немножечко. У меня еще есть флокс Лаура. И голубая стильба. Вот они в таких упаковочках. Бедненькая стильба стала прорастать в этом кульке. Вот, всегда смотрите, где верх, где низ. Вот росточки ее, а внизу корешок. Вот так я посажу. Сегодня 21 февраля. Даже не знаю, где ее бедную придержать. Вот это же все замерзнет. У нас плюс 5, плюс 7 градусов днем. Птички поют. Красиво сделалось после 3 дней шторма, ветра и дождя. Я решила попробовать выйти во двор. Осталось мне посадить флокс. Пойдемте, в гараже свет горит. Вот он флокс. Смотрите, в кулечке не было видно, какие у него росточки. Классный флокс. Сейчас мы его посадим. Вот они, мои 3 растения посажены. Пион, флокс и астильба. Вы не представляете, сколько радости, что я их посадила все же. Вчера мне позвонки на место вставили. Поздравьте меня. Всем здоровья. Сегодня у нас сороки гуляют по полю. Пасутся штук 20. Я их 25 насчитала. Чего они там нашли? Интересно, у нас сегодня сильный ветер дует. Может, потому они не могут летать и на земле ищут себе еду.